Оу, как меня слышно? Да, продолжаем. Внутри этого свертка глубинные сефориевые бомбы. Чё, сефориевые заряды, да? Сходи ко всем нерубарским воронкам, установи их. Давай вперед. Ярость песни войны. Рейтинг. Око тени какой-то странный артефакт. Он, короче, уникальный, но... Но непонятно, что он дает. Он нифига не дает. Рейтинг скорости использования увеличивает силу заклинаний. О, прикольно. Хочу. Да будут Давайте всегда возьмем. Остры твои клинки. Хочу, хочу, хочу. И вот это хочу. Кровь и кровь. Значит, тебе удалось замедлить их продвижение, но все равно скоро в битву вступит еще больше. Тебе случайно не удалось найти ни одной их кладки, пока ты был в карьере? Прервать на корню. Воздушная рекогностировка карьера показала, что нерубы откладывают свои яйца на возвышениях окружающих основания. Хитрые твари. Яйца лежат высоко и в сухом месте, подальше от центра конфликта. Тебе придется вернуться туда и отследить, где лежат яйца. Найди их, разбей и уничтожь. Каждое уничтоженное яйцо — это на 20... меньше воинов неруба, жирующих на наших трупах. Чародейский клинок. Слушайте. Помните, там фолианты нам предлагали и так далее. Я хочу чародейский клинок себе взять, чтобы моя Яндера Хамура была не обычным магом, а типа такой вот магом с клинком, с кинжалом и с какой-то фигней во второй руке. Или посох. Ну, посох так себе. Возьму, наверное, клинок. Хотя посох дорогой. Слушайте, если я прокачаюсь как надо, то у меня будет и то, и другое. Уничтожьте 10 яиц. Так я ж это уже вроде делал. Говори быстрее. Ну, отлично. Снова эта херня. Постоянно эта херня происходит. Тупо не дают качаться. Итак, к счастью, воскрешение практически здесь же находится. Что такое? Но, блин, заново вызывать юнитов и так далее. Мы здесь по приказу Вариматоса. Цель теневого проста. Шпионить, ну еще убивать помаленьку. Один из моих лучших агентов пропал. Он о нем уже несколько дней ни слуху, ни духу. Я опасаюсь худшего. Нет, не того, что его убили. Это был бы идеальный вариант. Я боюсь, что он дезертировал. Возможно, даже предал нас. Последний раз... Его видели на севере карьера Камня Силы. Он собирал сведения о воинах Неруба. Отыщи его, лучше бы его убили. Тенелова. Помни, терпение и дисциплина. Стоп, а тут убили этого? Вот, я немножко помог своим. Стоп. Кабза все еще онлайн. Ну, в общем-то. Надеюсь, здесь кто-нибудь будет сторожить. Красивый у тебя дракон.
Грац тебе, чувак. О, я могу сдать еще один квест же, с потроками вот этот. Я отрекшийся. И плащик беру. Большинству из них удалось вернуться, по крайней мере тем, у кого хватило ума сообразить, что мы внутри этих гигантских зданий из камня и металла. Как бы там ни было, ты хорошо справился с работой. Я слышал, тебе удалось освободить немало батраков. Одного. О да, ты теперь первый парень на, ну, на крепости. Да хранит тебя темная госпожа. Эй, чё-то опыта я получил или не получил вообще? Как-то мало я получил. Да. Немножко грейс свой повысил. Так, а я с 70-го или 71-го уровня? 70-го тоже. Так, стоп, у меня ботинки даже синенькие. Прикольно. Так. Ну что ж. А тут есть какой-нибудь торговец, я не знаю. Ага, в карьере камня силы. Надеюсь, меня здесь не убьют сразу же. Так. Так, а вот это, эти воронки мне нужны, да? Такс. Бля, ой, сука. Прикольно меня откинуло. Да ну нафиг. Блин. Я решил обойти, а в итоге жопа получилась так. Ну, во-первых, вот эту всю штуку надо разрушать, потому что это опыт. Ну блин, пошли отсюда. Уже по 4000 дают, жесть. Это как-то очень мало, ну типа. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Можно воскресить, но я не могу его воскресить, потому что... Так, и теперь вот эти вот штуки. И сколько мне таких зарядов нужно установить? Так. Вот видите, чернокнижник, чем он хорош? Тем, что он может непрерывно убивать всех этих чуваков. То есть в то время, как маг должен похилиться там, что-то получить себе. О, кстати, яйцо. А, так нам нужно эти яйца. Точно, нам нужно эти яйца убивать. О, тут батрак. Батрак нужен. Мне нужна цель. О, тут тоже еще есть. Это заклинание еще не готово. Ни хрена себе. Так, нужно подхилить своего чувака. Ну, батрак, походу, никому не нужен. Я немножко подхилил его. Сначала нужно выбрать цель. Так. А с них не падает это. Души. Души не падают. Слушайте, оно довольно быстро восстанавливается. Давайте. Нам же все равно, куда и где. И что. А, дают души за них. Прикольно. Очень-очень прикольно.
Но это какой-то не тот камень душ старый. И еще я забыл, так и забыл проучить скиллы. Я ж вроде повысил уровень. И вот опять яйки. Мне нужна цель. Так, забываю все время. Короче, я тут сам справлюсь, а потом вернусь. Ну и вроде бы все. Значит, я чуть не умер здесь, пока бегал. Так-с. Воронки. Какие-то воронки должны быть уничтожены. Я не знаю, какие воронки, зачем уничтожить. Так. Заклинание еще не готово. Блять, ну вы серьезно? Ну я так не играю. Я так, сука, не играю. Итак, вот и мы. И давайте-ка. Ну хотя бы какой-то триггер есть. Так, одна воронка уничтожена. Вот здесь, вот где-то, прямо, вот тут вот, что ли. Должны быть эти ветрокрылы. Ветрокрылы, ветрокрылы. О, я могу сюда подняться. Паукан не хочет ко мне спрыгивать. Ты чё вообще меня трогаешь, паукан? Вот скажи, кто тебе такое приказал сделать? Наблюдает, зараза. Что-то летает, летает, но не помогает. Сначала нужно выбрать цель.
Они умудряются моего вот этого танка убивать. Моего питомца танка. Скоро уже 72 уровень. Кстати, я бы его мог набить тупо на яйцах там. Кстати, это идея. Очень много бить яйца. Ну, тех вот яичных монстриков маленьких. Да ну сколько можно? Ну вы задолбали, реально. Уже, короче, всех тут разбомбили. Разбомбино, сеньорита. Так, какие еще воронки нам надо уничтожить? Ну вот здесь вот реально, вон там на крыше какая-то хрень есть. Но как туда на крышу попасть, я не знаю. На крыше-то что-то есть, но как на эту крышу попасть, я хрена. И эти чуваки даже нас не защищают. Так. Зак-зак. Что бы мы ни делали, они все прибывают еще немного. Угу. Ну что нам брать? 11, вот. Кинжальчик, я чую, что у меня будут и получше кинжальчики. Поэтому сейчас я возьму тупо самое дорогое. Повелитель ветра Тобор. Да, Яндера Хамура, мать из тебя чересчур суровая. Думаю, твои способности лучше пригодятся. Смотрите, я так и не повысил уровень. Вот это офигеть. В другом месте. Например, чтобы ликвидировать на корню саму эту проблему. Разгор указывает на запад. 1000 воинов плети, минимум 4 полноразмерных машины смерти. Неизвестно, что еще. Вот ты-то и выяснишь, что именно. А потом постараешься совладать с этим. Да-да, я поручаю тебе задать перцу той самой армии, что сейчас задает жару нам. Отправляйся на вершину крепости Песни Войны и поговори с повелителем ветра Тобором. Он ждет тебя. Ступай, блин, так на вершину. Это как на вершину? В этом-то и проблема, я не вижу, где вершина. Какой-то там квест, но непонятно какой и нафига он нужен. А, это, наверное, вершина как раз.
Южную воронку нужно уничтожить. Вот это вот, да. Да, это нужно наверх, на самый. А тут кто-то умер. У меня уровень. Теперь пока тут воронка наша готова. Пока все не отреспаунились по-быстренькому. Так, отходим. Да пошли вы, все, я ухожу отсюда. Грёбаные пауканы. Так, все, валим, валим, валим. Чё? Ваша добыча? Какой-то панцирь? Отвердевший панцирь Итрикса позволяет получить квест. Поножи пекла. Если на персонаже рейтинг критического удара и силу заклинания увеличивает. Круче, чем мои. Так, хочу. Отнесите отвердевший панцирь Интрака верховному правителю Сарфангу в крепость Песни Войны. О, хорош. Легкое задание и крутая награда. Круто. Вы держите в руках фрагмент панциря Итрикса, жнеца, и понимаете, что это только начало. Даже сейчас вас одолевает ощущение непрочности победы. Бесспорно, у короля Лича найдется еще 1000 таких тварей, как Итрикс, ждущих своей очереди, чтобы обрушиться на Орду. Возьмите свой трофей и передайте верховному правителю Саурфангу в крепость Песни Войны. Его нужно известить о вашей победе над могучим посланником Плети. Что? Это я типа победил над могучим посланником Плети? Да идите вы. Такс. Какие еще у меня задания тут? Выполнено. Выполнено. Поездка. А, точно. Еще вот здесь вот. Но это все надо сдавать. Вот. Серьезно, южная. Вот это что ли? Нет. Это южная. Ту воронку я вроде бы уже подрывал. Вот эту вроде бы не подрывал. Да, вот эту точно не подрывал. Или нет? Или подрывал? Я хз вообще. Надо подождать.
71 уровня, нифига ж себе. Эй, а чё с моим элементалем? Я не понял, блядь. Луки, ёбаные. Короче, да пошёл я к Саурфангу. Да пошёл я к Саурфангу. Сила и честь. Что несёт холодный ветер? Что это у тебя? Саурфанг ухмыляется. Что-то знакомое. Армия Калимтора раздавила тысячи таких жуков, как этот, в пустынях Силитуса. Это иное место, иная среда, но результат будет тем же самым. Саурфанг внимательно смотрит на вас. Нерсколе, ты принесешь орде честь и славу Яндера Хамура. Но я нашел просто панцирь и все. Вы ж понимаете. Вау, у меня ГС 956. Скоро будет целая 1000. И я буду самым крутым на севере. Слушайте, что-то меня это все беспокоит. Я не могу здесь нигде вылезти. Наверх. И это меня сильно беспокоит. Типа, мне нужно как-то наверх и наружу. Но я так понял, это невозможно без летающих маунтов. Или нет? Вот сюда вот можно. Но это ж ведь не все. Как мне на крышу? Стоп, лифт! Да тут же, блин, лифт есть, а я его вообще не видел. Вы серьезно? Еще и сюда лифт сунули. Домики. О, а это что такое? Интересненько. Катапульты. О, стоп. Ага, вот здесь вот где-то. Да. Вот они, ветрокрылы здесь, кстати. Поговорим. Повелитель ветра Тобар. Привет, я ждал тебя. Тобар указывает на запад. Глянь-ка туда, там за тундрой смерть. Смерть, понимаешь? Танки, сестренка, я об этих осадных машинах. У нас тяжелые танки есть в лагере Гороша. Ну там, на западном берегу. Мы тебя... подбросим до танка, а ты покатаешься на нем и маленько покажешь плети, в чем ордынская правда, сестра. Проблема будет только в том, чтобы тебя туда доставить. На ветрокрылах мы никак тебя не пошлем. Факт, слишком много риска. Видишь вон там того милашку, эльфа такого блондинистого. Ну, эльфы почти все блондинистые. Так, Яни его зовут, сестренка. Он там может тебя на берег доставить без проблем. А как будешь там, поговори с обжорой трупом молом. Пусть духи хранят тебя. Хранитель ветрокрылов. Что привело тебя сюда? Ну, у меня есть ветрокрыл. Береги себя.
учитель не боись, езды. Не укушу. А где же возможность полета? Доброй охоты. Да хранят тебя предки. Слава Синдарай. Мы потеряли довольно много ветрокрыла во времена разведки. Так. Час воздаяния близок. А где мне, блин, научиться? Где мне научиться летать здесь в непогоду? Стойте. Так мне нужно знаешь вот это правду? Собирать. 4750. Что ж, до встречи. Или же мне нужно только 1000? Вопрос. Если я куплю за 4000, блядь, голды, возможность летать в Нордсколе, что уже херово, как бы, очень дорого, то что я получу еще? То есть я смогу на нем летать? Вы понимаете? Я смогу летать в Нордсколе или нет? Меня это бесит, потому что если я все равно не смогу летать в Нордсколе, то это будет очень херово. Очень-очень херово. О, здесь, походу, ветрокрылы. Здравствуй. Я не уверен даже за такую сумму, нужно ли мне летать на Нордсколе. Здравствуй, путник. Или нет. Так. Поговорите с тем, поговорите с тем. Блин, меня тут только что чуть не убили, что ли? Ну тут тоже могут убить на самом-то деле. Это была Рога или кто? Вон она, Рога. Или нет? Или то лава бульчит? Ну, во-первых, давайте здесь камень применим. Во-вторых, вот эту штуку. Чтоб не так сильно бояться всяких рог. Завершить. Короче, ну я не буду читать. Я не хочу тратить на это кучу времени. 25 чего-то там.
Южную воронку еще надо. Кстати, я ж повысил уровень, а где мои очки? Я, короче, беса почему-то прокачал, но чувствую, что, возможно, это плохая идея. А, увеличивает типа урон нашего беса. Это, кстати, интересно. Но бес это, скажем так, это высокоуровневый питомец. Он для элиты. Второго уровня. Вот видите, такие как я тут качаются. И тут кто-то такой как я качается. А чуваки говорят, что вот там этот Некровар, по-моему, сказал, что вот на Волтеркле типа там свое комьюнити, и то есть все мультов качают. Нифига. Не только. То есть новые люди тоже приходят, старые тоже уходят иногда и так далее. Дневник Лютера, он мертв. Бартус быстро перелистывает дневник к последней странице и начинает читать. Это очень плохие новости. Адский крик должен быть немедленно извещен об этом. Бартус вырывает последнюю страницу и скатывает ее в трубочку. Немедленно доставь это адскому крику. А я тем временем отправлю отряд, чтобы разведать обстановку на фермах. Непременно скажи адскому крику, что там понадобится подкрепление. До свидания. Адскому крику. Это тот, который здесь. Громашу. Да, ему. Что тебе нужно? Послание адскому крику. Это еще что такое? Мне не дадут пустяков. Адский крик читает записку. Это все. Адский крик качает головой. Ты, возможно, не заметил, эльфийка крови, но мы тут пытаемся выиграть войну. Все, кто способен сражаться, отправлены в ключевые точки. А это значит, что на такие мелкие вторжения бойцов у нас уже не осталось времени. Бойцов не осталось. Адский крик делает паузу, чтобы поразмыслить, как и я сделал. Но Бартус требует подкрепления на ферме. Адский крик хлопает себя по лбу. И он их получит, ступая к убийцам Бартуса на фермах к западу отсюда и дай им знать, что подкрепление прибыло. Возвращайся с победой. Это я буду их подкреплением, да? Я так и думал. Так, ну южная вот эта штука. У вас там эти сраные пауканы. Понимаете? Вы что, не можете их завалить? Так. А, я отключил у него войну, да? Смотрите, опыта меньше не стали давать. Удивительно, на самом-то деле. Ну и надо не забывать разрушать эти коконы всегда. Ну, не... не...
коконы. Есть же яйца паучья. Это такая вот штука. Значит. Это рога сраная. Сраная рога здесь бегает. Опять. У меня есть камень души, правда. Рога, уходи. Рога, уходи. Блять, заебали. Заебали. Ну больше нехуй им делать. То есть просто вот сидеть... И всех убивать новичков. Замечательно. И таких куча просто. В каждой локации парочку таких пидорасов найдется. Ну вот. Вот. Вот это Вов Дыркуль. Да. Надо отсюда съебывать побыстрее. Не знаю куда, правда. На других мало игроков. Но это русня, то есть с русскими играть невозможно. В Армейн какой-то, наверное, пойду или куда-нибудь еще. Итак, тогда будем выполнять вот эти задания. Привет. И это все один единственный эльфийка крови. Будь моя челюсть на месте, я уронил бы ее на пол. Согласно запискам Лютера, плеть теперь использует это место, чтобы разводить чудищ, подобных тем, которые бродят по полю. И Кариса передергивает. А ведь когда-то это были орки Таурены. Для того, чтобы решить, как с этим бороться, нужны более точные сведения. Прошу тебя исследовать три места, сильно зараженных плетью. Амбар, песни войны к юго-западу от нас. Ферму Торпа. На запад отсюда и старую скотобойню песни войны, что на севере. Раз узнаешь, что к чему, возвращайся сюда. Наше время придет. Ой, тут куча еще заданий. Надеюсь, ты не с дурными вестями. Наконец-то свобода. Солдат, которых они не убили, держат в клетках, разбросанных по этому участку. Нам удалось украсть несколько ключей, но подобраться к пленным поближе так и не вышло. Нас тут же атакуют. Нам нужны твои дарования, чтобы раздобыть все ключи и освободить пленников. Вышиби мозги некроордам и операциям и забери у них ключи. Открой ключами клетки и освободи пленников плети. Освободить 5 узников плети. Опасайся живых. Короче, походу, вот эта вот фигня, что мы получаем искусный полет, то есть... Мы вот это вот за 5000, это там включено, и возможность летать на сколе, и, в общем-то, ускоренный маунт. Это сделано, типа, чтобы мы не могли своим мультам покупать раньше книжку полетов. Это отвратительно. Это отвратительно. То есть тут все сделано по гаже. Чтобы ты дольше собирал, например, себе на полет, то есть тысячи золотых тебе не хватит, и так далее, и тому подобное. И чтобы тебя побольше убивали, пока ты это будешь, сука, делать. Моктар. Только погляди на них, мои красавцы, Кода беспомощны и не в состоянии защититься от этих грязных свиней. Мне нужно, чтобы ты помогла мне выиграть время, эльфийка крови. Я думаю, что смогу вылечить Кода от их болезни, но нужно держать этих неживых кабанов подальше от них.
а то лечить будет уже некого. Иди и отправь Хряка в землю навечно. Сарду. Так, опять куча заданий. Хряков, 10 хряков, хуяков. Не знаю, может быть, побежим, поблагодарим. Хотя давайте кабанов замочим. Ой, я не могу сражаться. Точно. Тогда мочить — это нехорошая идея. Тогда побежим благодарить. А там вон какая-то странная штука. Вот это вот. Смотрите, какая странная штука. Что тут находится, интересно? Я люблю исследовать странные штуки. Ну, хотелось, конечно, бы летать. Мне очень хотелось бы летать. О, смотрите, магическая клетка. Бериловый магический ключ. Дракониды тут какие-то. Борейская тум. Ну, оно такое голубенькое, прикольное. Тамошних обитателей. Вот как мне к тамошним обитателям вообще попасть? Бериловый лагерь. Чё? Янтарная гряда. Сири... Сурис-трасс. На нем кататься типа можно. Чем могу быть полезен? Можешь сказать своей подруге, что ее спасение было нашей обязанностью, и при том прямой обязанностью. Ну ты заебал! Ну сука, ну ебаные пидорасы! Охуеть, конечно. И здесь они, и там они, и везде, сука, они. И убивают всех подряд. Ведь надо обязательно кому-то гадость какую-то сделать. Да благословит тебя свет. Да пребудет с тобой свет. Наблюдение за расселенной. Ну, сейчас опять меня убьют. Ну, мне посрать. Приветствую тебя, эльфийка крови. Я Гарин из Даларана. Да, меня опять убьют. И я не успел, что ли, взять это задание? А, у меня ж нету... Пока я мертв, нужно удалить какие-то задания, чтобы взять новые. Отменить, погасить какие-то хреновины. 73-го. Эти ёбаные педрилы, ёбаные педрилы. Читать нельзя, нихуя делать нельзя. Уёбище поганое. Приветствую. Береги себя. Мне придется уходить отсюда, мудак.
Даже если ты хочешь контент посмотреть и никого не хочешь трогать вообще, то тебя все равно найдут и убьют здесь. Так что... Нет, слушайте, на населенных серверах особо, ну, не то чтобы круто играть, если честно. Возможно, я ошибался, когда я так думал. Но с другой стороны, у меня уже закончилось это ослабление. В общем, миссий довольно много. Но терплю я, конечно, капитально. Кабза уже до 50-го вкачался. Жестко. Здесь бы он попробовал покачаться. Так, ключ от клетки плети. Вардис свежеватель. Это кто? Это некромант. Такой вот. Эй, чё со мной такое? Так. Стоп. Блять. Да я же... А, вывести ее, да ну нафиг. Это я чуть попозже буду заниматься. Я снова тут. Или где я вообще? Недалеко, но здесь хотя бы есть. Я не... Хотя... Здесь же вроде недалеко. Может, я прямо здесь могу? Кстати, смотрите, а вот этот туман, он нас редактирует довольно серьезно. То есть, даже будучи мертвым, попав в туман, вы изменитесь. Ну и дальше я, наверное, сам покачаюсь, выполню эти задания, никому не нужны. И вернусь позже.